Сегодня буду охотиться на лису. Охочусь первый раз. Вчера выезжал, ну, выходило там две лисы. И, ну, были очень далеко. Выстрелить по ним я не мог. Ну, попробую сегодня. Посмотрим, что как получится. Охотиться буду вот на этом поле. Конечно, сегодня очень ветрено, ветер сильный. Не знаю. Сяду сейчас спиной к кромке леса, направление сюда. Вот буду где-то здесь смотреть. Занял позицию здесь, сел спиной к кромке леса. Поставил треногу, карабин. Буду ждать лису. Добыл, в общем, сегодня одну лису. Выходила еще вторая, наверное, минут через 15-20 после выстрела. Но в мою сторону почему-то не пошла. А этой лисе первое попадание пришлось в переднюю лапу. Она вышла левее меня, мне пришлось сместиться метров на 80. И, ну, я сидел, ждал ее. Получается, карабин пристрелен на 100 метров. Она подошла, наверное, метров на 30. Мне надо было внести, наверное, поправку, чуть повыше поднять, чтобы по корпусу попасть. Но я стрельнул так. И попал я в переднюю лапу. И как-то в прицел смотрел. И мне казалось, что она вот-вот-вот должна, вот сейчас она упадет и все. Но она в итоге, видно, поняла, как-то почувствовала меня, заметила, развернулась и стартанула в обратную сторону. Пришлось уже вторым выстрелом ее добивать. Ну а так, в общем, охота, я доволен. Мне охота понравилась.